Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сжигаем чеки в июне, и вы для себя откроете денежные каналы. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Способов открыть денежные каналы и привлечь к себе дополнительные финансовые потоки невероятно много. Огненный ритуал сжигания чеков выделяется среди них благодаря своей простоте и легкости, а его эффективность подтверждена многими людьми, воспользовавшимися этим великолепным способом улучшить свое финансовое положение. Достаточно привести его в один из благоприятных для этого дней, чтобы навсегда забыть о денежных неурядицах и трудностях. На что обратить внимание? Проводя огненные практики, вы обращаетесь к трансформирующей силе огня, который не терпит неуважения. Скептическое отношение к магии или неверие в свои силы перечеркнет все ваши усилия, вместо желаемого результата вызвав лишь разочарование. Также важно обратить внимание на свой настрой. Поскольку сжигание чеков хоть и берет начало из древних обрядов, связанных с огнем, все же является симаронским ритуалом. Приступать к нему рекомендуется в хорошем настроении, изгнав из мыслей все переживания и страхи. Большинство дней, пригодных для его проведения, позволяют проведение групповых обрядов, поэтому вы можете привлечь к процессу друзей или родственников. Важным условием положительного результата является правильное взаимодействие со Вселенной. Прибегая к магии, важно понимать, что огненные ритуалы не терпят любых попыток ограничить свободу воли, даже если вы действуете во благо. По этой причине проводить ритуал можно только со своими чеками. Не пытайтесь взять чеки несовершеннолетнего ребенка, мужа, сестры, родителей. Конечно, остается вероятность, что высшие силы проникнутся и пошлют вашим близким финансовое благополучие. Но возможен и противоположный результат, когда весь ритуал окажется проведенным впустую. Поэтому не стоит рисковать своей удачей. Также не стоит пренебрежительно относиться к квитанциям, полученным после совершения покупок. Оплата коммунальных платежей, привычка оставлять их на кассе, хранить кошельки или в карманах отталкивает от вас процветание. Также не стоит рвать и мять бланки. Храните аккуратно сложенными, заведя для этого цели коробку или папку. Даты, подходящие для проведения ритуала, определяются с учетом солнечного и лунного календаря. Не секрет, что каждый из дней обладает своей энергетикой, поэтому важно учесть их взаимодействие между собой и исключить период, в который обращение к огненной магии окажется бесполезным. В первый летний месяц таких дней будет всего 5, поэтому не упустите возможность привлечь к себе достаток. И первый день – это суббота, 1 июня, 24-е лунные сутки. Месяц начинается с периода убывающей луны, подходящего для избавления от долгов, безденежья. В этот день будут успешными ритуалы, направленные на погашение ипотеки, возврат денег, потраченные на строительство, ремонт дома, а также на приобретение различных подарков близким. Проводить ритуал можно в любое время, начиная с 6 утра. При этом стоит учесть, что суббота является не самым удачным временем для финансовых обрядов, но позитивное влияние планет нейтрализует негативный эффект, обычно присущий этому времени. Следующее – это воскресенье, 2 июня, 25-е лунные сутки. Прекрасный день, чтобы сжечь чеки с целью закрыть имеющиеся долги. Вернуть деньги, потраченные на выплаты штрафов, судебных издержек. Приятным бонусом от проведения ритуала станет значительно усиливающаяся интуиция. Кроме того, ритуал позволит избавиться от игромании, снизить азартность, особенно если это приводит к финансовым потерям. Следующая – это пятница, 7 июня. Вторые лунные сутки. Луна начинает расти, поэтому день великолепно подойдет для ритуала, привлекающих удачу и процветание. Выберите чеки, полученные вами после совершения приятных покупок. Ощутите радость от удачных приобретений, и только после этого приступайте к магии. Проводя ритуал, не бойтесь носить в него изменения. Следуя своим желаниям и голосу интуиции. Все о нем будет наиболее точным. Выбирая удобное время, исключите промежуток с 15 часов 16 минут до 15 часов 41 минуту. В эту пару положение небесных тел будет не самым удачным для денежной магии. И самый удачный день, когда вы можете открыть денежные потоки, это будет вторник, 18 июня, 12-13 на сутки. Вы можете сжигать чеки в любое удобное для вас время, но наиболее удачным будут вечерние часы после 17 часов 37 минут. Лучше всего, если вы проведете ритуал в компании единомышленников, так как совместные действия сегодня окажутся наиболее результативными.
Обратите внимание на информацию, которая поступит к вам в следующие сутки, так как она может оказаться очень важной для вашего счастливого будущего. Подготовка к ритуалу. Чтобы ритуал прошел без каких-либо сложностей, заранее подумайте о месте его проведения. Конечно, хорошо, если будете проводить на улице, но если у вас такой возможности нету, то дома выбирайте жаростойкую посуду. Итак, ритуал на убывающую луну. Подготовьте чеки, связанные с расходами, от которых вы хотите избавиться. Важно, если они не имеют цифрового аналога, снимите с них копии и сжигайте их, так как оригиналы могут вам пригодиться в дальнейшем. Аккуратно сложите бумагу, после чего ее подожгите. Когда пламя будет разгораться, то скажите такие слова: «Долги свои в огне сжигаю, финансовое благополучие привлекаю. Как чеки сгорят, так и мои проблемы пойдут на спад». Говорим 3 раза. Все, нужно дождаться, когда ваши чеки полностью сгорят. Далее, когда ваши чеки сгорели, аккуратно соберите пепел и обязательно высыпьте его на землю. Когда растет луна. Подготовив чеки, возьмите чистый белый лист бумаги и зеленым карандашом или маркером напишите на нем все свои пожелания, касающиеся богатого и изобильного будущего. Пишите в настоящем времени, словно желаемое уже получено. И обязательно добавьте в конце благодарность Вселенной. Когда закончили, перечитайте написанное, одновременно представляя, как вы используете полученные деньги. Покупаете желаемые вещи, посещаете рестораны, делаете приятные подарки близким. Не прекращая процесс визуализации, сложите чеки в жаростойкую посуду. Также подожгите листок с пожеланиями. И вот когда все разгорится, скажите: «Сила Луны возрастает, ко мне достаток прибывает. Чеки сгорают, изобилие привлекают. Истина». Сказать нужно 3 раза. Когда ваши чеки догорят, соберите пепел и развейте по ветру. Сжигаем медицинские чеки. Документы, подтверждающие расходы на покупку лекарств или лечения, содержат не только финансовую информацию, но и энергии вашей болезни. Чтобы она не вернулась, сжигать их нужно отдельно и в правильной дату убывающей луны. Сложите их в конверт или заверните в лист бумаги, после чего бросьте в огонь со словами: «Чеки аптечные сжигаю, болезни от себя прогоняю, их пламя сожжет, а пепел ветром унесет. Мне здоровьем наслаждаться, недугом ко мне не приближаться. Истина». Эти слова нужно произносить четко и уверенно, вкладывая силу в сказанное. Когда чеки догорят, соберите пепел и развейте по ветру. После завершения ритуала благодарите Вселенную за помощь в освобождении от болезней и постарайтесь выбросить из головы все мысли о недуге, от которого избавились.